Ребята, всем привет! Я решил поиграть. Помните, я рассказывал вот про этого чомпера, который необычный. Он как вампир. Когда он кого-то съест, он восстанавливает себе здоровье. Я сейчас попробую поиграть. Смотрите, какой он прям красивый. Косички прям вообще красота. Я создал игру на нормал сложности. Вот мой сервер. Сейчас будем играть. Даже один игрок уже соединяется. Мы в прошлый раз играли в прошлом видео и с этим чуваком. Наш сервер оборвался, и я решил создать его. Он, кстати, вылетел, скорее всего. Сейчас присоединится, может быть, еще разочек. Не знаю, посмотрим. Неважно. Я и один готов играть. Я специально... О, бонусные, видите? Вот, тут, когда во второй части там было прям звездочка или что-то по-другому как-то написано было. А бонус легко было увидеть. А здесь, видите, бонус гарден, бонус гарден, бонус гарден. То есть, если здесь посадить и защищать, мы получаем небольшой бонус за каждую волну, которую мы проходим. Вы видите, даже сейчас монеты дали. Я просто посадил, мне просто халявно монеты выпали. Я ничего не делал, просто решил посадить. И уже монеты повалились. Ну, сейчас поиграем, кто может присоединиться. Ловушечки поставим, вот такие у нас ловушечки. Здесь, смотрите, хоп, по периметру. Здесь поставим. Грохометы буду использовать всякие, видите, 390 штук у меня накопилось. А вот здесь, кстати, я поставлю вот это растение. Оно очень хорошо отсюда стреляет просто. Очень хорошее размещение такое тут. Так, ну что, откуда первая волна пойдет? Делаем ставки, господа. С какой стороны? С какой, я не понял. Это я случайно нажал лазербин, использовал. Блин, такой классный растение. О, еще два зашло от игрока. Все-таки нормально, сервак работает мой. Играю на PlayStation 5, ребята. Но игроки с PlayStation 4 попадаются. Тут без разницы. У нас одинаковый пул игроков. С Xbox игроки не попадаются. Xbox отдельно. Игроки с компов тоже отдельно. И PlayStation отдельно. Вот так вот все сделано. На Nintendo Switch я не знаю, есть ли эта игра. Если бы она была, там точно отдельно. Потому что там другой движок. Или он там такой же, просто через облако. Там свои бы игроки были. Но там только Battle for Neighborville, наверное, выходил. Я бы ее уже, наверное, увидел бы. Ну, я погуглю, конечно, но я что-то не видел особой информации, что выходила эта игра. Она же вроде старая, зачем на Nintendo Switch ее выпускать? Там только Battle for Neighborville, наверное, вышла и все. И то в облаке, по-моему, насколько я знаю. Потому что Nintendo Switch настолько слабенькая приставка, чтобы вы понимали. Это, ну, она слабее, чем PlayStation 3, по-моему, насколько я знаю. PlayStation 3, так вы понимаете, ну, какая PlayStation 3 тормознутая была старая. А тут Nintendo Switch вот такую игру еще делает, так это вообще... Вот эта игра на PlayStation 3 еле работала. О, кстати, давайте посмотрим, сколько здоровья восстанавливается. Ну, меня сейчас подлечили, это понятно. Я хочу сожрать кого-нибудь. Посмотреть, сколько же я здоровья восстанавливаю. Надо в гору, ой, по землю. Не в гору, а по землю. Смотрите, у меня здоровье 150. Блин, даже не посмотреть, это максимально здорово. К сожалению, не посмотреть. Надо, чтобы они меня стукнули. Давайте, бейте меня, ребята, по полной. А, кстати, видели, здоровье восстанавливалось не сразу. Вот сейчас я ем. И вот сейчас здоровье, видите, восстанавливается. Типа, оно у меня полное, оно невозможно посмотреть, сколько же восстановится. Но прикольный такой эффект чемпера. Вообще, у меня какой-то скин прикольный такой у чемпера. Посмотрите, я вообще офигел. Да я когда-то делал, я сейчас не делал. Это давным-давно играл, создавал его так. Такие красоты прям создавал здесь вообще. Здесь тоже вон чувачок необычный такой. Скинов много тут. Все, 4 игрока, прикиньте, полностью играем. То есть, если я сейчас выиграю с командой, я, наверное, следующую игру хард создам. Мы поиграем на харде. Мне Garden Ops только в этой части, в первую сейчас в основном нравится. Так, что-то поиграл. Garden Graveyards. Ну, мясо там и мясо, ничего такого. Просто с мышкой, если играть, интересно, с клавиатурой, а так... Нет. Там просто нужно скилл показывать, а я с мышкой только могу скилл показывать. Я же, это, не игрок... геймпада. Тем более, там половина игроков крутых, да, которых вы видите. Они с мышкой, с клавиатурой подсоединяют PlayStation и играют, то есть как читерство. Так, давайте восстановим. На последней секунде подбежал я. Все. Все живы. Не знаю, что он тут делал. Далековато убежал, поэтому и умер. Нельзя так делать. Держитесь все вместе, ребята. Ой, бонус выпал. Биткоины падают, короче, теперь. Биткоины. Волна четвертая. Что-то написано, кстати. Empty warehouse, nothing to see. Типа, пустой склад. Здесь нечего искать. И типа зомбаки так много написали. А может и нет, не знаю. Они ж вроде ровно... Они ж не умеют писать без ошибок. Были бы ошибки, если бы типа зомби написали. Ну что, хорошо играем. Четвертая волна.
Чувак интересно играет или он стоит, не могу понять. Все время прихожу, он тут стоит. Ты что, играешь, не? Не, ладно, не играю. О, у меня неполное здоровье. Давайте посмотрим, сколько я восстановлю. Ну, 9 я восстановлю точно. У меня 141, надо больше потерять. О, не дал мне съесть. А, нет, съел. О, смотри, на здоровье. 41. 150. Ну, не написал. Я думал, тут циферка будет на экране. Сколько я восстановил, на самом деле. Давайте ломать. Вкусняшка. Волна закончена. Так, давайте тут шикарное растение поставим. Бамбуки. Красивые они, красивые. Внутри даже видно, видите. Моделька какая. Красота, сблизи так вообще красотулька. Так, ну что, гаргантюа и много-много зомбаков разных будет. Давайте ждать, ловушечку поставил. Немножко плюнем туда. Сейчас смотрим, ловушка готова. А, никто на ловушку не пошел. Ну хоть кто-нибудь. Ой. Я не к вам. Я к вам. А я его не съем, да? Вот сейчас можно протестить, сколько здоровья восстановлю. Давайте какого-нибудь чувака съедим. Ну, 87, 85, 84, 83. Смотрите, 83. Баб, 133. Ничего себе, 50 здоровья восстанавливает? Ничего себе, так это много. Я думал, ну, 35, 25. Это неплохо. 50 здоровья восстановить. Хороший чемпер такой. Выживание у него хорошее, повышенное. Но металлический еще круче по здоровью, по количеству. Но он не восстанавливает. То есть там надо смотреть. Но если мы кого-то съели, мы еще и здоровье восстановим. Ну-ка, давайте смотрим. А, ну, здоровье могла. Так, нечего смотреть. Так что, ребята, вы за то, чтобы я на компе попробовал еще в эту игру поиграть? Или уже лучше все-таки вторую часть играть? Как вы думаете? Стоит ли? Может, я вообще там разочаруюсь в игре, просто игроков может не будет, читаки какие-нибудь будут, не знаю, что там ждать. Я на компе не играл уже не знаю сколько. Очень давно не играл. Наверное, даже в 22-м году ни разу не играл. Не помню 22-й год. Скорее всего, наверное, не играл. А что в 22-й вообще сильно не помню. Не думаю, что я играл, честно говоря. Наверное, в 21-м году последний раз играл. Я понимаю, что у меня даже Origin не стоит. У них же теперь новый клиент какой-то, EA Play, по-моему, называется. Я его даже ни разу не устанавливал. А он появился как-то год назад, наверное. Origin реально ужасный был. Хорошо, что они его убрали. Он просто ужас какой-то был. Он тормозил, не хотелось его устанавливать. Постоянно пароль просил. Я сохранял пароль, потом забывал. И поэтому, когда пароль не было, я вообще не заходил. Ну, блин, вспоминать этот пароль, ну. Сделать как Steam какой-нибудь пароль и все. Там у меня как-то сохраняется, там только на телефон приходит в приложение. Ну, посмотрим. Поиграем. Если этот клиент мне понравится, если он без санкций там все запускается, мне надо там танцевать, что-то придумывать. Зайду и скачаю игру, то никаких проблем. Заодно посмотрю, что там у меня вообще творится. В первой части, какой у меня ранг, интересно, там где-то в первой части. Ну, наверное, меньше, чем тут. Видите, у меня здесь какой? 71-й, там, наверное, ну, небольшой ранг, наверное, все-таки. Или я там взламывал ее? Я не помню. Не, наверное, я не взламывал. Я же вторую часть взламывал, когда к какому-то подписчику зашел, и у него там что-то взломка была, и когда ты кого-то убиваешь, или монетку подбираешь вместо 1000 монет, или там 100 монет, дают там тебе 100 тысяч монет, или что-то такое было. Или опыт это был, не помню, то ли опыта давали много. Ну что-то такое было. Я думаю, это до сих пор работает, они, ну, никого не банили. И куча народу, у кого 313, да, ранг, или какой он там, может больше, я не помню, вторую часть. И, ну, никого не банят. Они там все взламывали. Ой, это они все лагают или как? Как-то они странно бегали. Сейчас, я думаю, все залагали за меня. Нет, все нормально. А это все почему? Знаете, как это взламывать? Потому что серваков не бывает. Вот локальных, когда я вот сейчас создал, это мой сервак ко мне присоединяется. Из-за этого я могу себе поменять в... Там надо... Там в память где-то или в файле, где что-то менять надо было прописывать, что-то, чтобы это работало. Короче, прописываешь, создаешь сервак, и все, кто у тебя заходит, и ты получают больше монет, опыта, там еще что-то. И потом просто идешь к дереву и все свои прокачиваешь всех персонажей ранги.
Это неинтересно, на самом деле, стало играть. Вот я все прокачал, я не рекомендую вам так делать, потому что неинтересно играть, когда у тебя все скины открыты. Ты такой играешь, а что открыть? Ну, просто играешь, чтобы поиграть, и все. Когда у тебя все есть, интерес пропадает, реально вот. Я ищу какую-то игру. Взломал или что я сделал? Давно какую-то, я не помню какую. То же самое, интерес полностью потерял к игре. Когда ты играешь, у тебя ресурсов нет, ты должен... Ну, типа, заработать, потратить, это интереснее в разы получается. Ну, это как-то вот мне так вот кажется. Не знаю, как вам. У меня вот такие мысли по этому поводу. Поэтому я никогда и особо эти игры не взламывал. Это, наверное, чуть ли не единственная игра, которую взломал. И я ее взломал, потому что мне что-то там не выпадало. То есть у меня ранг высокий был, что-то там. Ну, это я про вторую часть. Что-то мне там не выпадало, надо было постоянно этот режим с динозаврами, Дино там что-то против кого-то. Помните вот этот режим ужасный? Кот против динозавра или что там? И ты там защищаешь, и в конце бонус получаешь. Это надо было играть раз 100, может 200-300, чтобы там все открыть, если не больше. Я уже с ума сходил этот режим играть. Это, по сути, другая игра. Зачем вообще этот режим так много сделали? Играть надо, чтобы открыть какие-то скины какие-то. Ну это бред. Я потом, короче, взломку сделал, начал открывать паки, когда у тебя все шмотки обычные закончились, ну, нечего открывать, они, получается, дают тебе легендарные всякие, прикиньте, вот эти, которые оттуда, которые очень сложно получить, когда ты уже все остальное открыл, всякую ерунду простую. С обычных паков могут выпадать одни легендарки, вот как это было. Я так удивился, но открыл все и все, и никакого интереса к игре больше не испытывал. Как ты это так делаешь? А еще я, кстати, на каком-то сайте видел. Я не знаю, это настоящая взломка или нет. Вторую часть. Там, короче, взлом такой, что ты через стены видишь врагов. Вообще всех игроков. Видишь, сколько у них здоровья. Еще что-то. И автоим, по-моему, ну, типа, прицеливание автоматическое тоже там есть, походу. Ну, я не узнавал, но там это платный какой-то. Типа, платить надо сколько там... Не помню, 15-30 долларов в месяц, чтобы у тебя работал этот хак. То есть там вводишь логин-пароль, и если, наверное, ты не заплатил, то не запустится, наверное. И я так понимаю, этот хак и никто и не обнаруживает. Мне кажется, он существует до сих пор. Там я видел хак и к PUBG был. Какой-то сайт зашел, там и PUBG хак, и PVZ хак, и все. Мне кажется, к любой игре есть хак, реально. Просто на этом кучу денег зарабатывают. Вот сделать хак... Стоит там сколько-то денег. Может быть, одноразово 100 долларов заплатишь, у тебя хак будет. Ну, прикиньте, 10 человек это 1000 долларов, 100 человек 1000. А игроков там много, кто купит? Многие купят, вот и получается, какой заработок огромный хакерам этим, ну, которые делают эти взломы. Соответственно, это супер бизнес выгодный. И я думаю, постоянно к любой новой игре мультиплеерной взломы идут, эти выходят постоянно. О, смотрите, 101 здоровье, ну-ка, еще раз. А, и 101, и 150 стало. То есть 49 я восстановил. А реально 50 восстанавливает? Ну это много. Это очень классный чемпер. Я как-то не обращал на него внимания, на этого чемпера. Не знаю почему. Но это во второй части он не сильно крутой, потому что там все остальные чемперы тоже там получше. Есть чемпер, есть еще что-то. Ну есть интересные чемперы. А вот в эту часть, ну какие интересные? Электрические там, типа огненные, необычные, да? Ну остальные что там? Так себе, ничего не запоминается. Металлические, просто здоровье больше. Еще какие-то там есть. Ничего такого прям не запоминается. А во второй части там есть юникорн, типа единорог. Йети есть, да? Что-то еще там было. Ну, то есть приятно, интересно. А здесь только Честер, кстати, которого там нет. Честера убрали в ту часть. Добавили вместо него единорог. Единорог дается, если в этой части, в первой, 313 ранг набрал, то тебе дают во второй части единорога. Вот, короче, так было, по-моему. Я, наверное, первую часть тоже взломал, мне дали единорога, или как это было, не помню, короче. Так, ну что, 10-я волна, последняя. Давайте, а то я все рассказываю, что-то рассказываю, по игре ничего не говорю. Давайте ловушечку, ждем. Никто не заходит? Все так боятся чемпера, вообще классно играть. Тебя никто не хочет убивать. Все убегают от тебя. Вообще, вот, я даже ни разу не умер здесь. А потому что? Потому что они боятся, убегают от меня. А я съел, здоровье восстановил еще. Вообще класс. Выживаю хорошо так. Чемпером этим. Не хочу тебя есть. Давай так сломаем. Так, там у нас... Один игрок умер, да? Или он не зашел? Что-то не понял. Не заметил в этот момент.
Оп. Ой, этого тоже надо. Время тянуть. Отходим, отходим. Кстати, то, что на PlayStation есть плюс, да, играть. Здесь постоянно микрофон через DualSense этот работает. Соответственно, можно общаться с вами. Но только если у вас у всех тоже PlayStation 5. Ну, теоретически, да, в игре. Прикольно же, прикольно, я считаю. Плохо слышно, правда, и потом на записи, когда вы будете смотреть, ну, вы не будете слышать себя. Вы будете только слышать, как я как бы с вами говорю. А чтобы я слышал, вы слышали себя, надо мне подносить этот DualSense. Прям к микрофону, когда я записываю видео. Мне кажется, это не очень хорошо. Мне неудобно играть, джойстик по-другому держать. Да и качество все равно не будет таким идеальным. Так, ну что я под землей? Я хочу кого-то съесть. Ищу цель. А у меня тут Гаргантюа один. Бьет нашу базу. Меня не хочет трогать. Ну реально, просто бьет и бьет. Редко такое увидишь, он прям базу бьет. Видимо, потому что я закопался под землю, он не мог меня найти, цель у него исчезла, он просто атакует. Единственную остальную цель, которая у него есть, это база. База, это база, это база, это база, база, это база. Ну да, наверное, еще на компе поиграю. Даже интересно установить этот клиент, стану что-то посмотреть, какой там дизайн, что там за клиент, или EA Play этот. Мне только пароль вспомнить, какой у меня этот Origin пароль был, там остановить, наверное, надо. Я его, наверное, не записывал никуда и не запоминал. Не помню, какой пароль. Я одинаковый пароль не использую, потому что если взломают Steam, взломают Origin. Или наоборот, Origin взломают, взломают Steam. Знаете, вот чтобы такого не было, я, ну, как бы, пароли всегда какие-то придумываю и забываю постоянно. Кстати, а эта игра есть в Steam или нет? Вот такой вопрос. Может быть, мне в Steam ее купить, и все, и не надо никакой... Может, она на копейки стоит, а? И не надо никакой EA Play качать в Steam. В Steam тоже как бы санкции, там какие-то игры нельзя купить, но, по-моему, это только 1% всех игр, если не меньше. Там все остальное продается, все нормально. Давай, давай, давай. По 25, кстати, урон, заметили? Но он быстрее атакует. А вот этот металлический, у которого больше здоровья, помните, я проверял? 50 здоровья он урон наносит, но он чуть медленнее атакует просто. Но я считаю, что он круче из-за этого. То есть не надо постоянно целиться, ты чисто подошел, один раз, хоп, сожрал 50 урона. За 3 раза, раз, два, три, почти каждого зомби можно убить. Ну, типа, солдат 125 у него, там, ученый 100 или сколько у них. Короче, за 3 раза, за 3 укуса можно любого практически убить. Ну что ж, эвакуация... Сколько у меня киллов? 44, я на втором месте. Я могу стать первым сейчас. Пару этих зомбаков убить и буду первое место возьму. Хи-хи-хи-хи. Мне все равно, на самом деле, это так. Чтобы было что делать, потому что я 1000 раз уже все играл. Мне нужен какой-то стимул, так сказать, чтобы как-то, ну, поиграть дальше. Съел. Так, у нас тут этот. Здорово, здорово. А ты где? А ты чего прячешься? Ты что, боишься меня? Естественно, камикадзе в меня взорвался. Не, не считается, что я его убил. То он сам себя, типа, убил. Я думал, никогда не проверял. Думал, он, может, фраги мне дают, когда я камикадзе сам об себя убиваю. Но, походу, нет. Где тут красавчик? Вот он. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Томпстоун успею? Ну, бить, успею. Ой, классно, здоровье восстанавливается, конечно. Приятно, приятно. Идёшь такой... Здоровье восстанавливается. Ну давайте рискнем, вроде время у меня еще есть. Уничтожим по-быстрому. Так, 25. Сколько там? Хорошо, у него патроны бесконечные. Нет патронов. Сколько хочешь, столько и ударяй. Нормально, за 15 секунд справился, наверное, если не меньше. Возвращаемся на базу. Я последний, четвертый игрок. Меня и ждали, так сказать. Десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Ура! Пс! Все растения сбежали. Замечательно. Идеально. Смотрите, как красиво улетели. Мы так... Фью! Все там еще что-то делали. Перестреливались, что-то там. А мы улетели.
Тан-та-дан! 6000 монет за игру зарабатываешь. Как-то так. Ну что, ребята, ну что, пробуем хард или нет, а? На следующий выпуск. Ну, давайте последний выпуск по этой игре на PlayStation, и он будет на хард режиме. Попробуем. Я только какую-то карту возьму, которую, да, и не играл давно. Что тут есть какая-нибудь? Хоть одна. Я все почти поиграл. Вот здесь мы играли, играли, неинтересно было. Sharkbait. Sharkbait, кстати, не играли. Да-да-да, вот это будем играть. На харде. Все. Следующий выпуск про это. Спасибо, что смотрели до конца. Всем пока, с вами был Адромалик. Подпишись, лайк, там все дела. Увидимся в следующем выпуске. Подпишись, не ленись. Лайк поставь и вернись.